Сегодня Международный день редких заболеваний отмечается в самый редкий день в году, 29 февраля, но в невисокосные годы празднование переносится на сегодняшнее число. Сегодня день Калевала, самый любимый национальный эпос у финнов, самый любимый национальный праздник у финнов, потому что Калевала – это финский эпос, который состоит из 50 песен. Этими песнями в свое время вдохновлялись и Генри Лонгфелло, и Толкин, и даже наш Якуб Колос при создании поэмы «Самон Музыка». В 1066 году сегодня было открыто Вестминстерское аббатство, а в 1816 Вильно вышел первый номер белорусской общественно-политической газеты «Гоман». В 1832 году полька, подданная Российской империи, Эвелина Ганская написала Анаре де Бальзаку первое письмо. Как известно, Анаре де Бальзак, большой знаток человеческих душ, писал столь же много, сколь и заводил романов. Поклонницы слали ему письма мешками, но вот сегодня он получил письмо, в котором автор восторгалась тонкостью его души и очень тонким знанием женской психологии. Однако встречи с ним не искала и ни обратного адреса, ни даже своего имени не назвала. Большой знаток женской психологии легко попался в сети не менее большого знатока психологии мужской. В общем, вспыхнул небывалый роман в силу обстоятельств в основном эпистолярного жанра. Свидания назначались в разных странах, а самое первое свидание даже через объявление в газете. В общем, роман длился целых 17 лет, воссоединились влюбленные только через 17 лет, а пожить вместе судьба уготовила всего лишь один год. В 1921 году сегодня началось вооруженное восстание кронштадтских моряков. Как известно, восстание кровавое, очень жестоко подавленное. Моряки требовали свержения диктатуры пролетариата. 1500 человек были казнены, 6500 были осуждены на разные сроки наказания. Но виновными были признаны не только моряки, но и вообще все люди, которые жили в Кронштадте. В 1922 году началось массовое выселение жителей из Кронштадта, и все люди, которые во время восстания находились в Кронштадте, в 20-е и 30-е годы преследовались и были репрессированы, реабилитированы в 90-х. В 1984-м сегодня Майкл Джексон завоевал 8 Грэмми, установил своеобразный рекорд, этот рекорд до сих пор не превзойден. А в 1919-м с поста директора Витебского народного художественного училища решил уйти Мстислав Добужинский, решил уйти и уехать в Петербург, в Петроград. Уже в то время. В 1906 году сегодня газета «Витебские губернские ведомости» вышла с объявлением: «Женюсь на домовитой даме с возвышенными порывами. Сам я нищ. Нас ждут безденежье, битвы и ненастье. Но когда тучи рассеются, я сплету долгожданный венок из роз и лилий». Завтра весна. Но сегодня, 28 февраля 2018 год, 19:00, вечерний Витебск. Прямой эфир. Начинаем. Добрый вечер. Привет, Наташа. Добрый вечер. Добрый вечер всем тем, кто нас смотрит. Мне любопытно, ответил ли кто-то, отозвался на это объявление. Но я так понимаю, история умалчивает. История умалчивает, но возможно, такие благородные порывы. Ну, сейчас таких не встретишь, объявления. Я предлагаю начать с новостей, а потом уже к теме нашей программы. Поддерживаем. Новости у меня получились сегодня такие соревновательные. Все почему-то очень много соревнований, очень много конкурсов. По порядку. Завершились Олимпийские игры, но начались Олимпийские дни молодежи. В Витебске выбрали самых сильных девушек и юношей. В соревнованиях по тяжелой атлетике участвовали 80 человек до 17 лет. Из Витебска, Полоцка, Новополоцка, Орши, Лепели и Глубокого. Каждый из них боролся за место в сборной Витебской области, а сборная нам нужна для того, чтобы представить Витебщину на республиканском первенстве. Пройдет оно в Гомеле.
Во второй раз в Витебске во Дворце творчества детей и молодежи прошел конкурс хорового искусства «Поем вместе». Участие в нем смогли принять победители региональных туров, академические народные коллективы, учреждения дополнительного образования и общего среднего образования. Всего 7 коллективов, но только 2 из них поедут в Минск на финал, который пройдет с 28 по 29 марта. Ну и уже в финале прозвучат произведения духовной музыки, классические произведения, даже современных белорусских исполнителей. Оказывается, их можно петь хором. На любой вкус. Будет это еще не скоро, а вот ближе, 2 марта, все-таки в Рассонах пройдет областной конкурс фольклорного искусства «От пращура в дозор». Конкурс проводится с 2004 года и в этот раз соберет почти 400 участников. Среди них тоже будут выбирать лучших в конкурсе музыкальных инструментальных капелл, смотри детских молодежных фольклорных коллективов, лучших исполнителей народных бытовых танцев и лучших среди участников выставки декоративно-прикладного искусства. Вот. С конкурсами завершили. А теперь я хочу кардинально сменить тему своих новостей. Кардинально? Совершенно. Как же это кардинально? Так. Мне даже трудно догадаться, что это на той стороне от конкурсов. В интернете набирает популярность видео с творчеством очень необычного художника. И имя этого художника созвучно с известным Пикассо. Правда, зовут его Пикассо. Игра слов. Некоторые его работы продаются за немалые деньги. Например, по 3000 фунтов. Это более 8000 белорусских рублей. На секундочку, за одну штуку. Как сообщается, способности к рисованию у Пикассо были случайно обнаружены в 2016 году. И это спасло ему жизнь. Сегодня поросенок создает абстрактные полотна, а месяц назад в Кейптауне и вовсе открылась выставка из нескольких десятков его работ. В ближайшее время запланированы экспозиции в крупных галереях Лондона, Парижа, Берлина, Амстердама. И критики со всего мира говорят, что это искусство, это потрясающее, они будут стоить еще дороже эти работы. Чудесный пиг по имени Кассо или Пикассо. Ну, нужно отдать должное хозяину, потому что придумать еще и такое. Интересно, а как же они были случайно обнаружены? Вот каков был тот случай? В какой момент поросенок понял, что надо как-то спасаться, да? Что он вообще пишет? Ну, в общем, чего только не найдешь в интернете. К этому. Да и в жизни тоже, тем более, что очень удачно Пикассо у нас сегодня завершает, я так понимаю, да, завершает блок твоих новостей, все. Потому что сегодня мы тоже будем говорить об абстракционизме, мы будем говорить о Витебском народном художественном училище, о музее истории Витебского народного художественного училища, но, конечно, ни в коем случае, я так думаю, творчество никоим образом не связано. Только что увиденного нами никак. Художника, если можно так сказать, конечно, оно никоим образом не может соревноваться, как, Ваня, ты сегодня... Смело заявил, да. С теми, о ком сегодня мы будем говорить. Предлагаю вначале посмотреть афишу. Партнер афиши — кондитерская фабрика «Витьба», ну а потом поговорим все-таки уже об искусстве. Эту компанию знает каждый белорус. Более 150 наименований продукции, более 25 лет работы на рынке, более 10 стран, где живут наши потребители, и заслуженная победа в конкурсе «Выбор года 2017» в номинации «Вафельные изделия номер 1». «Витьба» сделана с любовью. Витебский областной методический центр народного творчества приглашает на выставку клубов мастеров народных художественных ремесел и художников Полоцкой земли «Полоцку посвящается». Участники представят различные изделия ручной работы и картины, выполненные зачастую в редких и почти забытых техниках народного творчества Беларуси. Выставка открыта с 9:00. Витебская областная филармония приглашает на концерт Сергея Белоусова «Любовь моя, мелодия». Концерт посвящен памяти легендарного эстрадного и оперного певца Муслима Магомаева. В программе исполнение произведений Бабаджаняна, Пахмутовой и Муслима Магомаева. Начало концерта в 18:30. Национальный академический драматический театр имени Якуба Полоса представляет драматическую комедию в двух действиях «Самое желанное». Немолодой киносценарист Матье ищет сюжет для нового фильма и надеется найти путь к сердцу Роксаны, своей музы. Матье придумывает для любимой все новые и новые приключения. И однажды он приглашает Дэвида, обеспеченного, но очень циничного юношу, который пытается купить чувства женщины. Но происходит невероятное. В сердце молодого повесы зарождается настоящая любовь.
Начало спектакля в 19:00. Итак, чуть больше двух недель в нашем городе работает музей истории Витебского народного художественного училища. Я очень надеюсь, что наших сегодняшних гостей мы узнаем, ну, все не успеем узнать, но все-таки как можно больше о Витебской художественной школе, о наших художниках и о нашем Витебском народном художественном училище. У нас в гостях Татьяна Котович, доктор искусствоведения, профессор, и Андрей Духовников, директор Витебского центра современного искусства, в структуру которого и входит вот новый музей истории народного художественного училища. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада вас видеть. Предлагаю начать, если можно, с самого начала. Наша Витебская художественная школа, наше Витебское народное художественное училище. Я думаю, что практически все в большей или меньшей степени об этом слышали, но, как это обычно бывает, когда говорят о картинах, не знаю, там, о живописи, о литературе, я все в этом... Все об этом знаю, но понимаю, в этом не очень много. Может быть, вот сегодня вы... Мы попытаемся. Попытаетесь, вы сможете. Попытаемся. Видите ли, сама эта тема, вот о которой мы говорим, тема истории музея Витебского народного художественного училища, она очень многогранна. И многогранна она в первую очередь из-за тех личностей, которые обозначили это время, этот период, историю города. И это один из сакральных центров нашего города, действительно удивительных по своей мощи и силе, по своей энергетике, почти космической. Кроме всего прочего, это же история дома, на самом деле, в котором училище было открыто и в котором открыт нынешний музей. И этому дому в этом году 105 лет. Да. Потому что банкир Вишняк в 2012 году подал прошение в городскую думу об отводе участка, на котором он хочет построить дом. А в 2013 году его особняк был готов. И несмотря на то, что у него по Витебску несколько домов, вот этому дому была суждена удивительная судьба. И действительно это оказалось сакральным местом. И вот из этой 105-летней истории только 5 лет существования этого дома, то есть с декабря 1918 года по сентябрь 1923 года, вот только это время сделало это место особенным и сделало вообще всю историю изобразительного искусства Витебска особенной и историю Витебской художественной школы особенной. Потому что, конечно, это в первую очередь связано с именами Марка Шагала и Казимира Малевича. То есть эти два имени сделали понятие Витебской художественной школы знаковым. Потому что как бы здесь ведь очень много художников на самом деле существовало. И они были приверженцами совершенно разных направлений в изобразительном искусстве. Но ведь таких школ достаточно. А вот тем более в провинциальном смысле. А вот Шагал и Малевич вырвали вот это понятие художественной школы, Витебской художественной школы, из провинциальной среды в мировое пространство, потому что в мире люди, интересующиеся изобразительным искусством, знают эти два имени. И естественно, что все, что происходило в Витебске во время их пребывания здесь, все, что они сделали, все, на что они положили здесь свое время и свои усилия, оно вот и сделало этот музей на самом деле. Потому что никакой другой повод не был бы столь радикальным и столь удивительным. А у самого особняка ведь история удивительная. И история мистическая. Сам дом этот обладает энергетикой очень мощной. Привидение там? Вы знаете, есть? Наверное, не столько привидение. Вот это обязательно в замках, да? Обязательно. А вот в особняке это не столько привидение, сколько дыхание вот той энергии, которую они здесь заложили. Вы знаете, у меня это было физическое почти ощущение. И до того, как началась реконструкция дома, до того, как началась история музея, когда еще только-только туда разрешили вообще войти, потому что это был вычислительный центр «Строй-309», там стояли огромные машины,
Е-2000 и так далее, в которых перфоративные ленты, и эти машины занимали вообще все помещение почти, и туда никого не пускали. Вы понимаете, что вычислительные машины — это было почти стратегическое оружие. И туда никого не пускали, и когда только в конце 90-х вот туда можно было зайти и как-то так бочком протиснуться мимо этих машин, вот уже было понятно, что в этих стенах вообще что такое необыкновенное есть. А уж когда начали делать музей, и Андрей Орехович тоже скажет об этом ощущении, тогда началось понимание и ощущение, что этот дом — живое существо, потому что что-то он принимает, какие-то концепции, что-то он отвергает. То есть он диктует, как это все будет на самом деле. И вот, возвращаясь к самому началу разговора о том, что такое Витебская художественная школа и так дальше, вот эти великие тени, они вот теперь материализуются через те идеи, которые... Радикальные идеи, очень современные идеи. Это высокие технологии в этом помещении. И вот через это они реализуются, потому что то, что они предлагали тогда, то, что они хотели тогда, их революция в мышлении, она сегодня выглядит вот в этой реализации через высокие технологии. Вот я хочу спросить вот в связи с этим, вот это вот... Супер, все современное. Оно эти тени нет, не разогнало, не ушел вот этот дух, вот эта энергетика, о которой вы говорите, когда там все такое совсем новое. Ну, я понимаю, не все, но. Ну, я думаю, что для того, чтобы понять, разогнало оно или нет, надо туда прийти однозначно. И со всем этим пообщаться. Те все современные технологии, которые там применяются, они, конечно, видны, да, что это действительно что-то необычное, что-то современное. Но в процессе работы стало понятно, что эти все технологии не должны перегружать музей, и они не должны быть выше самой идеи. Вот, выше самой идеи. И те технологические новинки, которые там применены, они для нашего города, для нашей страны, ну, достаточно новые, да, интересные. Вот. И эти новинки, они все равно находятся в тени той самой идеи. Вот. И даже подход к дизайну, подход к реализации вот этих всех дизайнерских идей, все равно главная задача, что есть идея. Да? То есть идея, а все остальное служит для того, чтобы эту идею максимально показать и максимально выявить. Но если это музей истории Витебского народного художественного училища, то вот эта история там должна быть сохранена. Как я понимаю, все-таки к этому прилагались особые усилия. Ну да, она мало того, что она сохранена, да, то есть у нас было два направления. Нам надо было сохранить как-то эту историю. Это было сделано через реконструкцию топографии всей, да, ведь здание восстановлено под 23-му году, по плану 23-го года. Это нужно тогда было сохранить, да, вот. И с другой стороны, раз он музей истории, он, этот музей должен рассказывать эту историю, потому что, к сожалению, для многих жителей Витебска это откровение. Это новая история, да. Это просто открытия какие-то. И я должен сказать, за те дни, которые работают в музее, у нас уже достаточно много людей посетило, это, конечно, очень приятно видеть горящие глаза. Вот, горящие глаза жителей Витебска и иностранных гостей. У нас в первые дни не было книги отзывов, и, как говорили смотрители, люди требуют книгу отзывов, люди хотят писать. Писали на салфетках, на манжетах? Да, ну, там по-разному писали. Вот. То есть и две этих идеи, они, в общем-то, и являются основными. Но у вас же все такое интерактивное, да, когда можно самому подойти, нажать, что-то выбрать, послушать, посмотреть. С этим хорошо справляются, ну, если не дети, может быть, подростки, молодые люди, а вот те, кто постарше, они разбираются, совсем получается, или обращаются вот сейчас пока еще за помощью, чтобы как-то... Ну, вы знаете, мы пока не заметили, что там старшее поколение что-то там не понимает, что-то не умеет. Не умеет на кнопочку нажать. Дело в том, что там идея же в абсолютной интуитивности всех этих программ, всех этих вещей. Это абсолютно интуитивно.
Там, где листаются страницы, там листаются страницы. То есть сейчас, на сегодняшний день, любой человек умеет пользоваться элементарным смартфоном, и, в принципе, это ничего сверхъестественного. Чисто визуально, да, то есть с точки зрения пользовательского интерфейса ничего сверхъестественного мы не предлагаем, да, и это, наверное, хорошо, потому что любой человек, он хочет простоты. Начинать можно с малого, да, потом уже, дай бог, пусть все развивается. Вот. Ну, там большие возможности и для дальнейшего развития. Андрей, вот перед началом программы мы разговаривали, вы сказали, что вы проводите экскурсии, иногда проводит экскурсии Татьяна Викторовна, и на ее экскурсии люди, людей, как вы сказали, огромное количество, назовем, скажем так. Да, я сказал толпы, да, но пускай будет огромное количество. Дело в том, что с Татьяной Викторовной связана отдельная такая история относительно этого дома, потому что ведь еще в 2013 году мало кто верил, что та концепция, которую... В 2013, что та концепция достаточно амбициозная, да, да, на, да, тот момент, что она может быть реализована. И, конечно, много чего не хватало. Не хватало знаний, не хватало понимания, не хватало информации. Просто не хватало информации, потому что даже с книгами было не так все просто. Вот. И все это время там была Татьяна Викторовна. Вот. И какие-то очень многие вещи она и подсказала, она и как-то вовремя обсудили, да, от чего-то отказались, что-то наоборот нашли. Вот. Многие люди участвовали, многие люди помогали, многие советовали. Вот. Татьяна Викторовна, как мы ее называли там, музой нашего музея, да, то есть там получилось, что она вдохновляла и, наверное, ходила вместе с нами по этим грязным лестницам, когда еще там ничего не было, когда мы представляли, как что будет, когда где что будет. Вот. Людей работало много, но как-то так это. Но это сейчас я просто хочу напроситься, хочу пополнить толпу немножко, хочу напроситься на экскурсию прямо сейчас. Ну я понимаю, да, что я это понимаю. Не будет полноценной, да, экскурсии. Мне хотелось бы сказать, что, конечно, среди всех статусных званий, которые я приобрела за свою жизнь, вот это звание для меня было, ну, за музеем, для меня было самым почетным, самым трогательным и вообще самым главным, вот когда я буду уже совсем подводить итоги своей жизни, и я смогу своим наследникам, своему внуку сказать, что вот это было самое главное. Потому что, понимаете, с моими студентами, с моими товарищами в Витебске, я провожу экскурсию не только по музею, что началось 9 февраля, а по этой улице. Потому что все, что было вокруг... Нынешняя этого, улица Марка Шагала. Вокруг этого дома, все, что было связано с этим домом, все, что мы делали с Андреем Ореховичем Духовниковым, это ведь, в общем-то, вот эти последние 5 лет. И это освещалось именем Шагала, и это освещалось именем Малевича. И вот когда вы говорили о привидениях и о мистике, понимаете, дело все в том, что, опять-таки, я обращаюсь к тому, что подтвердит мои слова Андрей Орехович, если Шагал и Малевич чего-то не хотели, они вот как бы не допускали, чтобы какой-то тот или иной проект мог там осуществиться. И сам этот дом, пока в нем не было ничего, то есть совсем еще ничего, ни киосков, ни информации, ничего. Ну, в общем, это ведь было еще год назад. Мы с Андреем назвали белым архитектоном, потому что он абсолютно вот был вот белый, холодный, чистый, как лондонский дэнди. И он действительно... Малевич не делал витебских архитектонов. Он делал их во второй половине 20-х годов в Питере, в Ленинграде уже. А сам этот дом, вот он представлял собой, как бы вот как будто бы он захотел, чтобы этот дом сделался вдруг как архитектон его мечты, допустим, так. А вот когда вы спросили о том, могут ли люди работать с интерактивными досками, с интерактивными киосками, экранами, видите ли, возвращаясь к тому, что было самое интересное у Малевича в Витебске. Он ведь создал здесь школу.
свою школу со своим педагогическим методом, отличным, в принципе, от многого из того, что преподавалось в те времена. И вот он работал с очень молодыми ребятами, потому что он понимал, ему 40 лет с небольшим, это еще молодой человек, но он уже понимал, что будущее – это за вот этими ребятами, которым 14-15, Николаю Суэтину 23 года. В это время ведь он дружил с философом Михаилом Бахтиным, который тогда только начинал. Да. Тоже был, но да. Ведь дело все в том, что и в стенах училища у них был философский семинар, некая такая философская ассоциация, в которую входил и Бахтин, это молодой Малевич, в которую входил и Бахтин. И Малевич свои философские труды, которые он написал весной 1921 года в этом доме, безусловно, не без влияния кантианства, потому что молодой Бахтин вел семинар по философии Канта. И вот здесь он с учениками, они едут в Москву на выставку. Здесь вот члены Уновиса. Справа, то есть группа... Малевич справа по кадру. Вот это очень знаменитая фотография, даже 23 февраля в пятницу, когда мы с моими студентами делали акцию в этом доме в честь 140-летия Казимира Малевича, мои студенты приняли такую же позу на этой фотографии. Вот работы супрематические, вот Малевич рассказывает о своих таблицах и его сотоварищи, а вот он со своей маленькой девочкой, которую в честь Уновиса утвердители нового искусства назвали Уной, а она родилась в 20-м году в Витебске. И этот дом является ее первым в жизни домом у Уны Казимировны. Вот эта знаменитая фотография, которая для нас является культовой. Это фотография, которая размещена в кабинете Малевича. Вот он на своей выставке открывает свою выставку. То есть это известные достаточно фотографии, которые мы сейчас видели подборку. Но они как бы показывают вот этот вот малевичский путь, его осуществление, возвращаясь к контрактивным доскам. Это как раз овеществление, материализация его замыслов. Потому что в 1925 году он создал сценарий документально-художественного фильма, который был посвящен преобразованию фигур математических, ну, как некое супрематическое движение. И фактически то, что он делал в Витебске, и то, что он потом сделал в 1925 году, это реализация компьютерной графики. Это предвидение компьютерной виртуальной реальности. То есть он не имел этого инструмента в 20-е годы. А вы представляете степень его мышления перспективного, когда то, что он сделал на бумаге, это и есть компьютер. Так это же, как и сейчас. Если телевизионная картинка разлагается на пиксели, ведь она вся состоит из квадратиков, и все при большем увеличении эти квадратики черные или приближаются к черным. Он полагал, что его черный квадрат – это первоформа в основании всех остальных форм. Черное – это отсутствие цвета. И как бы вот, или как бы в черный цвет все цвета сходятся, из черного они выпускаются. То есть он говорил о том, что это предел экономии. Вот черный квадрат – это предел экономии формы, средств, сил и так далее. То есть вот пиксел, Минимум. И вот, то есть это прообраз дискеты, самый первый. Помните, маленькая дискета, черненькая, когда помню, еще вот горизонтальные в системный блок входили. Вот, когда я помню одной моей коллеге, нужно было в школе, в те еще очень далекие времена, начало 90-х, когда вот только мы сели за компьютеры, ей нужно было объяснить школьникам, что такое супрематизм и черный квадрат. Она сразу показывала эту дискету. Вот. И все понимали сразу, о чем идет речь. Поэтому это вот к вопросу о той виртуальной реальности, которая создана внутри этого музея. И вообще, как необыкновенно, что в общем,
не все, но многое из того, о чем вы говорите. Вот здесь в Витебске рождалось эти мысли, эти философские, как это даже, я не знаю, не то, что даже измышления, а да, идеи, и они действительно приходили, и только теперь приходит понимание того, как это тогда можно было предвидеть, а что еще в будущем может быть, когда, до чего сегодня мы еще не додумались, что-то поймется. Русского авангарда и творчество Малевича Александра Семеновича Шацких всегда говорят о том, что Малевич – это художник 21 века, а может быть и 22-го тоже. Вот я очень согласна с ее словами, когда вот эту метафору я первый раз услышала, я не устаю ее повторять, потому что это действительно так. То есть он предвидел эти новые реальности, и он уже научил своих учеников, как это реализовывать в условиях 20-х, 30-х годов, в наступающем реализме. Тем не менее, они могли существовать и в этих проекциях. Ну, начинал Витебское народное художественное училище Марк Шагал, здесь, да, в Витебске. Все-таки он сумел, да, и выбить этот особняк, да, из руководства города. С этим особняком города. Ведь еще какая история. Потом Гаврия за 23-м году, то есть последний ректор института, после этого он станет техникумом, и техникумом возглавит Кирзин. И они их и выселят из этого особняка. И Иван Трофимович Гаврис писал, вот нам в 1918 году стоило больших усилий отстоять этот дом, потому что военные, вы представляете, это время, это самый страшный год, да, 1918 и весна 1919 года. Это война. Да. И немцы очень близко. И нам стоило очень больших усилий отстоять этот дом у военных. И, наверное, только мандат комиссара Шагаловский помог этот дом сохранить за училищем, за институтом. Когда в декабре 18 года Шагал торжественно открывал училище, комиссар Крылов потом, и об этом говорилось в газете, потому что все власти были приглашены, и комиссар Крылов говорил, вот вы очень как-то так официально и очень как-то классически открыли это училище. Вы все левые художники, и я сам предполагал, что это будут некие такие авангардные, провокационные акции. А тут и чай, и прочее. То есть все очень, очень достойно как и очень классично. Да. Вот, мы видим, да, фотографии, просто прошу прощения. Они связаны вот с Шагалом, с Пеном. Да. Да, да. И вот первые учителя, преподаватели, да, первые студенты училища, тоже все узнаваемо. Я прошу прощения, продолжайте, пожалуйста. И вот это моя самая первая экскурсия, когда вот было очень много людей, она в два этапа происходила. Сначала до официального открытия, а потом уже те, кто остался и выдержал, уже дальше двигались после официального открытия. Конечно, она была посвящена этим великим людям и, ну, собственно говоря, их величию. А в чем величие? Что такое эти люди? Что такое Витебск и Шагал? Что такое Витебск и Малевич? Что такое Лисицкий и Малевич? Что такое «Победа над солнцем» знаменитая? Что такое Вера Михайловна Ермолаева, уникальная личность в том числе? То есть, видите, Витебске... Все великие люди, я прошу прощения, которые уехали потом из Витебска, но которые здесь были, преподавали, да, в училище, оставили, конечно, в истории огромный след. И для них Витебск был огромным следом, потому что потом в Питере они всегда говорили, а вот помнишь Витебске? А вот Витебский вот это, а вот Витебский вот это. То есть вот этот след Витебский, он, конечно, очень ярким факелом прошел через их жизнь, и они ярким факелом прошли через этот город. Да, конечно. Вот это самое главное и, наверное, это самое основное. Кто они, что они, почему их период Витебский блестящий, что он оставил вообще в мировом искусстве и как вообще это приблизительно было. Потому что ведь... Уж таких совсем скрупулезных деталей по дням, наверное, вряд ли кто-то может восстановить. А вот вы говорили о мистификациях. Ну, например, у Малевича 2 дня рождения. Вот в этом году 140 лет, и в следующем году, 23 февраля, будет 140 лет. Потому что по документам крестильным, которые в Киеве, в костеле, где его крестили, это 1879 год.
А в витебской анкете у Новисовской он написал год рождения 1878. И мы имеем полное право в Витебске, как все другие, это их дело. А в Витебске мы имеем полное право на... Да, и вот мои студенты, мы, с позволения Андрея Эриховича, мы читали стихи Малевича, мои студенты второго курса, читали стихи Малевича в кабинете Малевича. Ну, а потом была еще история с телескопом, он расскажет. Историю с телескопом будем рассказывать сейчас или после того, как мы побываем нашими телевизионными силами на открытии вашего музея? Как вам удобнее говорить? Ну, я не знаю, история с телескопом, она еще только зарождается. Тогда давайте что, сейчас. Да, потому что Казимир Малевич с чердака этого дома наблюдал за звездами, и я думаю, что... телескоп обязан просто появиться. Тем более здесь. Он сам собрал. Да, телескоп. Да, я не знаю, найдется ли витебский человек, который в состоянии собрать телескоп. Вот, хотя вот 100 лет прошло. 100 лет прошло, вряд ли сейчас это кто-то сможет сделать, хотя жизнь такая. Ну, я думаю, что вообще все люди, о которых вы говорили, они, в общем-то, ведь были еще молодыми. Ну, даже да, пусть конечно, там и отлично, ближе к 40, да. Но все равно еще молодыми. Конечно. Они были одухотворенными, вдохновленными своими новыми идеями, тем, что происходило вокруг, тем, что они создавали. И, конечно, это тоже вот внесло, ну, обязательно, 100%. Хочу сказать свою то, что энергетику. Мы делаем, да, вот то, что вы сейчас сказали, вот для чего это все делалось, да, это делается для таких же людей сегодняшних. Вот, потому что этот музей – музей для молодых. Вот, потому что в первую очередь именно им предстоит дальше все исследовать и совершать новые открытия. Я надеюсь, что в нашем городе появятся специалисты по русскому авангарду, появятся специалисты и по Малевичу, молодые, амбициозные, чтобы дальше двигать еще это дело. Дальше. Да. Вот. И то, что мы сейчас открываем новый образовательный проект, вот с завтрашнего дня у нас начинается новый 1 марта, да, весна, образовательный наш проект, и он, в общем-то, такой очень многослойный, вот, и там очень много интересного будет. Ну, вот давайте прямо сейчас все-таки попробуем оказаться у вас в музее. Давайте. Самому интересно, ничего не помню. Вот, посмотрите, пожалуйста, прямо сейчас у нас есть возможность посмотреть, что было в музее Витебского народного истории Витебского народного художественного училища 9 февраля в день открытия музея. Гэты асабняк, на вуліцы якая сёння носіць імя Марка Шагала, у 1913-м пабудаваў мясцовы банкір Вішняк. У рэвалюцыю будынак быў нацыяналізаваны, і вядомы мастак адкрыў тут народнае вучылішча, каб таленавітыя дзеці маглі атрымліваць мастацкую адукацыю, не пакідаючы родны горад. Дом перажыў вайну, і сёння менавіта ён галоўны экспанат новага музея. Будынак рэстаўравалі па чарцяжах 1923 года, аднавілі і дубовую лесу, лесвіцу, страчаную за стагоддзе. Яна вядзе ў кабінеты Шагала і Малевіча. Інтэр'еры тут адноўленыя максімальна дакладна па малюнках і фотаздымках пачатку 20-га стагоддзя. Мэбля, шпалеры, паркет і нават ванная ў рэтра-стылі. Комната Шагала, она восстанавливалась по рисункам Шагала, сделанным здесь в Витебске. То есть были определенные предметы нарисованы, именно эти предметы и стали участниками экспозиции. Кроме того, получился один очень уникальный случай, когда строители чистили стены, в одной из ниш они докопались до обоев 14 года. То есть они были наклеены на газеты «Петербургские ведомости» 14 года. По этим обоям были воссозданы те обои, которые в комнате Шагала и которые в ванной комнате на втором этаже. Минимум экспонатов, максимум информации и своеобразная творчая атмосфера. Особная зала у музея присвечена творчему объединению «Уновис». Его основатель Казимир Малевич так само выкладал у Витебском училище. Есть такой очень важный момент в этом во всем – сообщество. Они ведь очень быстро вышли в город, они вышли навстречу людям. Расписав трамваи, они сделали очень важную вещь. Они вышли, повесили свои работы на стенах трамвая, и до 26 года расписанные трамваи с картинами Шагала и Малевича ездили по городу.
И тогда все знали, что наш город вот такой вот. Еще одна особливость музея, он просто перенасыщен мультимедийным начинем. Видеопроекции на стенах, инфокиоски, виртуальная афиша и вот такая сенсорная видеостена. Тут около 2000 фотосдымков, документов, мастацких работ и информация про каждый из них. Вот такая виртуальная мастацкая библиотека. Музей задумывали як сапраўдны выставачны і навуковы цэнтр, які аб'яднае ўсіх зацікаўленых мастацтвам людзей. У залах са спецыяльным клімат-кантролем змогуць экспанавацца шэдэўры сусветнага жывапісу. Перамовы аб прыездзе ў Віцебск знакамітых карцін з расійскіх і еўрапейскіх музеяў ўжо вядуцца. И вот хочу спросить. Действительно, мы не раз говорили до того, как открылся музей, о том, что он откроется, о том, как мы все об этом мечтаем, о том, какой он будет современный. Все ли свершилось? О чем мечталось? Ну, я хочу сказать, что сегодня я рассматривал свои рисунки 2013 года вот, с эскизами. Вот. Ну, я скажу, что какие-то есть изменения по сравнению с 2013 годом, но, в общем-то, реализовано практически все. Вот. Все, что задумывалось. Конечно, в силу сложных технологий, в силу каких-то сложных взаимоотношений оборудования и человека, и человеческого фактора во многих вопросах. То есть, в принципе, все реализовано. Вот. И я думаю, что дальнейший путь музея, он уже предопределен. То есть уже проекты, огромное количество проектов, уже много предложений, уже и идеи, которые уже появляются у художников. Ну, то есть там это действительно очень многовекторный музей получился. Вот. И вот этот наш проект образовательный, который мы начинаем, он начнется с завтрашнего дня. И одним из таких первых, одна из первых позиций, например, в наш музей дети начальных классов, да, ученики начальных классов будут иметь бесплатный вход. Вот, то есть дети там, до 4 класса, вход бесплатный. Ну, придется заплатить за экскурсию, да, все равно, вот, потому что. Вот, но я считаю, что и меня многие поддерживают, что это действительно серьезная инвестиция в будущее. Вот, в будущее, что, чтобы дети посмотрели, потрогали это, и чтобы процесс их самоидентификации, да, то есть ну, какой-то, да, чтобы он произошел, и уважение к истории своего города, к уважение к истории своей страны, она и, безусловно, еще чувство причастности. Да, да. И чувство причастности. Я маленький ребенок, живу в этом городе, живу здесь, где жили такие великие люди. Да. Это... Я думаю, что это правильно. Ну, еще там много всего интересного. Ну, вот конечно. Но без экскурсии ведь не имеет, наверное, смысла посещать этот музей. Но так первый раз... Ну, вы знаете, есть люди, которые просто гуляют по дому, потому что он притягивает, да, как магнит, на самом деле. Потому что даже не рассматривая ничего, да, не пользуясь этой интерактивными элементами, просто погулять, походить, это тоже здорово, интересно. Ну и те интерактивные объекты, которые у нас есть, они могут рассказать очень много. Очень много. О жизни Витебска начала 20 века. О Малевиче можно узнать, ну, практически, вот, опять же, при желании. Если потратить на это время, если все это смотреть, то есть много чего можно узнать. Главное надо захотеть. Идти. Надо идти. Конечно. Вот Андрей сказал о многовекторности. Когда-то по осени мы с вами рассказывали о вот этой вот монографии «Сакральный центр Витебска». Да, про стены. И ничто не предвещало, что она будет иметь свое последствие. А последствия уже имела вот эта вот монография. Следующая. «Особняк Вишняка. Школа Шагала». Это именно то, о чем мы сегодня и говорим. Это именно то. Следующее – это Воскресенская церковь, Воскресенская улица. Это история вот церкви, которая стояла напротив
особняка Шагала, Воскресенская Заручавская церковь, и Воскресенской улицы она называлась до того, как осенью 18 года стала называться Бухаринской, и Бухаринская 10 – это адрес училища. Да. Вот. Ну и следующая серия, вы говорили о ней на прошлой неделе, «Политические мистерии», то есть это красная годовщина, а какое она имеет отношение к нашему разговору, я вам сейчас покажу. Вот. Сейчас я вам покажу, потому что последняя глава этой книги называется «Красные клинья плакатов». Это зима 19-го года, когда Малевич и Лисицкий оформляли... Мы с вами видели белые казармы на фотографии, когда видели серию фотографий Малевича, двухлетнюю годовщину комитета по борьбе с безработицей. И там впервые был Малевич, только приехал, он в конце октября 19-го года приехал в Витебск. И вот оформление второй годовщины Октябрьской революции и особенно... комитета по борьбе с безработицей. Mm-hmm. Вот снова мы видим фотографию белых казарм. А вот это вот фотография эскиза занавеса в городском театре, нынешнее здание филармонии. Это белые казармы. Да, а вот эскиз... Да, вот эскиз занавеса. Сделанный эскиз занавеса. Видите, вот супрематический коллаж, когда вот эти завесы поднимаются, опускаются. И, конечно же, это произвело очень сильное впечатление. Да, посмотрите вот еще раз. Смотрите, действительно, когда ты видишь это, и можно понять, что вот эти завесы поднимаются и опускаются, наверное, с разной скоростью. Это было объем, это же... Да. Сцена городского театра была достаточно хорошо оборудована. Это была лучшая сцена в Витебске, несмотря на то, что театральных помещений было несколько. И, конечно, Малевича и Лисицкого она очень устроила. И они вот сделали такой проект. А потом это празднование 1 мая 1920 года, к которому относятся знаменитые, ставшие уже классическими, слова Сергея Эйзенштейна. Этот странный... Унипровинциальный город, как многие города западного края с красного кирпича, закоптелого и унылого. Но этот город особенно странный. Здесь улицы, покрыты белой краской по красным кирпичам и по белому фону, разбежались зеленые круги, оранжевые квадраты, синие прямоугольники. Это Витебск 1920 года. По кирпичным его стенам прошлась кисть Казимира Малевича, супрематические конфетти, разбросанные по улицам ошарашенного города. Я всегда с трепетом эти слова повторяю, несмотря на то, что очень часто и в статьях, и в книгах я снова и снова цитирую эти уже как бы ставшие культовыми и классическими слова, все их знают. Но, тем не менее, они всегда трогают вот то, что вы сказали, сопричастность от молодых ногтей к этому городу, к этому зданию, к этому музею, подтверждает слова Сергея Эйзенштейна. И нам есть чем гордиться. И это здорово, что мы можем гордиться тем, что мы живем в том же городе, где рождалось новое искусство, новый взгляд, новые мысли. Имена, ну, не рождались, да и рождались тоже. Конечно, многое же было в Витебске. Да, да, но имена действительно великих людей, которые здесь были, которые оставили в нашем городе и в истории действительно огромный след. Татьяна Викторовна, столько работы вы проделали, столько у вас монографий. Это как бы начало, мы уже поговорили с Андреем Эриховичем, начало вот этого... одного из векторов образовательного проекта, потому что все следующие книги из серии «Сакрум», они как бы развивают именно этот проект. Если все, о чем он говорил, это для очень молодых, то это уже для людей более старшего поколения. И, хотя не исключено, что это будет интересно, и, наверное, будет интересно тем, кто только начинает. Это интересно тем, кто интересуется... великими людьми, кто интересуется своим городом, искусством интересуется, кто любит ходить в музей. Действительно, очень часто мы говорим в наших передачах, то, что можно увидеть глазами, нужно видеть глазами. Можно сколько угодно в передаче здесь рассказывать прекрасный музей или непрекрасный, пока ты не придешь сам, пока ты не прочувствуешь то, что там есть, пока ты не увидишь, пока ты не прикоснешься. Конечно, ничего... через тебя не пройдет. И меня, конечно, правда, очень, ну, знаете как, ну, не знаю, человека, может, легко возбудимого,
интересуют вот эти вещи, о которых вы говорите, я тоже хочу почувствовать вот эту энергетику. И мне даже очень интересно, вот почувствую я ее или нет, то, о которой вы говорите. Может быть, это произошло, потому что вы сами так вдохновлены были тем, что вы делаете. Вам так хотелось делать то, что вы делаете, делать этот музей. Ну, у каждого есть возможность прикоснуться к тому, что есть, в прямом смысле. Имеющий глаза да увидит. Потому что это все... Знаете, как когда стоял вопрос уже об открытии музея, да, кто-то мне сказал, что, ну, знаешь, на самом деле все только начинается. Вот, потому что стройка уже почти забыта, да, то есть уже все вот вроде как, вроде и чисто, да, уже практически все по-другому, mm-hmm. по-другому живет, по-другому все воспринимается. Но ты начинаешь понимать, сколько еще нужно сделать, сколько нужно всего еще там открыть для себя, в первую очередь, и донести зрителям. Я вот только хотела вас спросить, не будете ли вы скучать по этому процессу, который так долго длился? Да. Потому что вы в Фейсбуке, я видел, публиковали фотографии, когда каждый раз что-то новое появлялось, каждый раз что-то... Я тоже видела, да. Вы знаете, вы не представляете, сколько я не публиковал. Вот, потому что там, на самом деле, можно даже там снять такой фильм о том, что, что там происходило, как это все сложно было. Ведь за внешними такими вот аккуратностями, да, скрыта очень сложная, скрыта очень сложная технология. Скрыта система вот этой вентиляции, да, то есть Татьяна Викторовна прикоснулась, да, посмотрела, да, как это все вот там устроено. Ну да, это тайны. Все специально это должно быть, все. Чтобы картины можно было выставлять. И дорогие. Я должен сказать, что вот этот проект вентиляционный, да, ну, то есть система вентиляции, он создан не из какого-то такого типичного оборудования, да, это специальный, разрабатывался под это здание, под эти задачи, специальный проект разработан. Он уникальный, и ну, в нашей стране ничего подобного нет. То есть это все вроде как бы оно есть. Да? Вот. И не знаю, буду ли я скучать. Татьяна Викторовна сказала, будет. Да. Не могу сказать. Я думаю, да, потому что ведь дело все в том, что вот в этом нашем разговоре отдельная история – это история реконструкции. Да, это да. Это тайны, это... перипетии, интриги. Люди, которые соприкасались с этим, да, потому что это были особенные люди этого города. Туда приходили и участвовали в этом процессе. Особенные люди, как правило, энтузиасты. Да. И вот их энергия тоже впитана в эти стены. Да, я очень надеюсь, что историю эти реконструкции вы тоже введете в часть своей экскурсии. Эти люди есть. Это и рабочий торгстроя Игорь, и директор торгстроя Николай Владимирович Акулович. Очень много. Людей. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Я очень рада, что у вас была такая большая команда. Я очень надеюсь, что действительно то, что придумано, то, что задумано, все сделано. Мы обязательно придем, а прямо сейчас посмотрим, куда пришел сегодня Александр Каренман. Ребят, чувствуете? Завтра весна. Чувствуете? И я не чувствую. Холодно очень. Но какие планы на весну, мы узнаем у наших жителей все равно. Поехали. У вас такая прикольная шапка. Она на ветру, как вы знаете, как самолет летите. Вот да, так. Да, да. Как вас зовут? Надежда. Надежда, прекрасно выглядите, замечательное настроение. Потому что, наверное, скоро весна. Да. Вы уже потихоньку влюбляетесь во что-то или в кого-то. Рассказывайте. Влюблена в жизнь. Как вам сказать? Или нет? Каждому дню, конечно, надо радоваться в этой жизни. Неважно, весна, зима, да, главное, да? Да, 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 да. Потому что жизнь прекрасна в любую пору года. Что самое прекрасное в вашей жизни? Ну, что самое прекрасное, что... Что вот определяет ваше счастье? Мое счастье? Конечно, хорошо, когда хороший друг рядом, на которого можно положиться. Семья? Семья. Муж хороший у меня. А, внуки. Все, дальше можете не рассказывать. Да, внуки, дети, все радует меня. Салех? Да. А вас? Бадр. Бадр. Салех и Бадр. Вы откуда? Ливана. А вы? Йемен. Скоро весна, правильно? Да. Вы учитесь где-то в университете? Да. В медицинском? Нет, Машерова. Машерова. Вы представляете, что происходит весной у нас? Я не знаю, как в Ливане и в Йемене, но у нас все девчонки начинают прям специально одевать короткие юбки, да, выразительные декольте. И пацаны просто не могут учиться. Mm-hmm.
То есть, скорее всего, сессию вы завалите. Вы это понимаете? То есть не получится сдать экзамен, потому что повсюду будут очень красивые девчонки. Да, да. Они весной очень красивые, понимаешь? Да. Сессию сдать нереально будет. Что будете делать? Как вы будете бороться с красотой, чтобы как вы закрывать глаза или как вы будете с девчонками? Тут или в Тут, тут. Доктор университета, медицинский университет. А, вы ходите к медичкам? Да. Какие у вас планы на весну? Собираетесь влюбляться в кого-нибудь? Я? Да что, я уже давно влюблена. Уже все, человек потерян, да? Потерян для общества. Ну, что-то предстоит этой весной у вас в жизни? Да, кроме надеюсь. Посадок. Кроме посадок. Ну, надеемся на лучшее. Может, кто-то что-то... На теплую весну, на хорошую. Вот, кстати, да. Да. Потому что, судя по тому, что сейчас творится на улице, мороз задержался. Весна будет еще не скоро, в мае. Хочется уже тепла. Ну, хотя бы в апреле. Светла, солнышко, чтобы побольше было. На март рассчитывать не будем, но на апрель уже хотя бы, да? Нет, почему? Пускай март уже, да? Конечно. Все, заказываем теплый март. Вот-вот весна. Что делать весной? Весной что делать? Ну, ждать лета. А, то есть для вас переходящий сезон. Какие планы на весну на это? Про планы? Ну, влюбиться, может, там, жениться или там. Что, какие планы? Планы нет, работа, готовимся к лету. А, то есть весна переходящий такой моментик, да? Батут на лето, да? А вот летом уже что? Все, летом уже отдых. Летом уже все. Море, солнце. Какие планы на предстоящую весну? Вот-вот весна. Что будем делать? На дачу пойдем. Правильно. Скоро весна, вот-вот уже, все. Какие планы на эту весну у вас? Быть счастливыми. Да, то есть влюбляться собираетесь? Нет, влюблены в свою семью. Все, я понял. Достаточно просто оставаться счастливым человеком? Да, сохранять бодрость духа. Как это вообще добиться такого состояния души, чтобы определить, что вот я счастлив, все у меня хорошо, потому что люди вечно недовольны. Заниматься своим здоровьем, заниматься любимым делом и любить своих близких. Слушайте, я задумался, какие у меня планы на весну? Никаких, абсолютно, абсолютно свободен всю весну, ну, если не считать всю эту работу. Я про нее почему-то забыл. Короче говоря, пойду придумывать нормальные планы на весну. На сегодня все, пока. Мы будем прощаться с вами до весны, встретимся завтра в вечернем Витебске. С нетерпением ждали март, и вот он скоро настанет. Грядет март. Ну, я с вами прощаюсь не до завтрашнего дня, но все равно тоже до весны. А заканчивает нашу программу наш сегодняшний музыкальный гость Аня Качан, студентка второго курса нашего Витебского музыкального колледжа имени Селертинского. Пока. До свидания.